Посмотрите новости. Увлекательная экскурсия, конкурсы, аниматоры и танцы ждали мальчишек и девчонок из лагеря «Жазгытайм» в день открытых дверей, который провели кызылординские полицейские к 27-летию казахстанской полиции. В гости к полицейским пришли около 40 детей. Их принимал лично начальник областного департамента Арстан Гани Запаров. Мы ежегодно в честь празднования Дня казахстанской полиции проводим подобные акции, и это впредь будет иметь свое продолжение. Хотели, чтобы наши дети увидели наш музей, познакомились с историей создания департамента, работы наших сотрудников, и чтобы они увидели, настолько трудна и интересна наша работа. Как оказалось, многие из мальчишек мечтают служить полиции, носить форму, ловить преступников. 11-летний Бахыджан Асан считает полицейских самыми смелыми, отважными, а их работу – настоящей мужской. Я хочу стать полицейским, потому что они очень хорошие люди, они помогают всем. Одним из самых ярких моментов стал парад юных инспекторов дорожного движения. Встретились ребята и с бойцами элитного подразделения СОБР. Затем ребятам было предложено выразить свои впечатления в рисунках. Поздравляю с Днем казахстанской полиции. Все прошло интересно и весело. Нам очень понравилось все. Музей, беседы с полицейскими. Поздравляю всех полицейских с Днем полиции. Айгерим Туриман, Нуржан Музарапшин, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.